Новогодние и рождественские праздники – время чудес и радости, и способен подарить их детям каждый взрослый. Руководители, сотрудники администрации, организаций и предприятий каждого региона Беларуси в эти предновогодние дни ставят перед собой единственную цель – сделать счастливым и подарить праздник каждому ребенку в Беларуси. Накануне Дед Мороз со Снегурочкой и с гостями заглянули в гости к ребятам из домов семейного типа на улице Васнецова. 15 декабря стартовала акция «Наши дети» в республике, которая проводится уже больше 25 лет, и в рамках этой акции мы действительно ежегодно приходим в детский квартал на Васнецово для того, чтобы поздравить здесь деток, которые воспитываются, а здесь воспитываются 35 деток, с наступающим Новым годом. Наверное, у каждого ребенка есть право на семью, но, к сожалению, да, не все могут проживать в своих биологических семьях. И госполитика направлена на то, чтобы предоставить такое понятие, как замещающие семьи. Да? У нас в Московском районе есть 105 опекунских семей, в которых воспитывается 133 ребенка, 6 приемных семей, у которых 7 детей. Ну и детский квартал на Васнецово, 5 домов, в которых воспитывается 35 деток и работают 9 родителей-воспитателей. И мы ежегодно стараемся, скажем, приобрести что-то из техники, да, для этого дома, который будет помощь родителям, в том числе приготовлении, в уборке. Ну и, конечно же, это подарить детям сладкие подарки. Дед Мороз, который тоже создает, пускай сегодня погода и дождливая, да, но создает все-таки новогоднее праздничное настроение. Новый год – это праздник, который ждут все дети, но особенно те мальчики и девочки, чья судьба сложилась непросто. Совсем маленькие, уже взрослые, каждый из них верит, что чудо обязательно произойдет и обязательно с ними. Все мы верим в чудеса. И все мы ждем подарков и каких-то несбыточных желаний, да? Слава Богу, у нас есть администрация Московского района, которая ежегодно нас радует и радует наших детей. Так как дети у нас на протяжении календарного года могут меняться, поэтому это праздник каждый год с новыми эмоциями, с новыми радостями и с новыми улыбками на лицах. Потому что новый ребенок подарил и ощутил эти новые эмоции. Поэтому спасибо огромное администрации Московского района за то, что нам помогают, за то, что нас поддерживают, за то, что наши дети при этой помощи могут верить в чудеса и видеть, что они сбываются. Новый год, для меня это праздник как бы радости, счастья. Надеюсь, что следующий год будет намного лучше, чем этот. Это тоже хороший, мне понравился. Как бы, надеюсь, в следующем году хорошо сдам экзамены, все будет хорошо и вообще надеюсь на хорошее. Новый год – это классный праздник семейный, где можно побыть с семьей и повеселиться. Это праздник настроения и подарков. Мне понравилось, что в прошлом году приходил Дед Мороз со Снегурочкой, дарили нам настроение и подарки много. Большую развлекательную программу подготовили воспитанники домов семейного типа для гостей, которые пришли на праздник. Они все вместе танцевали, рассказывали стихотворения, разгадывали загадки и пели всем знакомые песни. Что может быть выше и лучше, чем искренняя и бескорыстная помощь от людей, которым ничего не нужно взамен? Именно такую поддержку вот уже не один год оказывают представители московской администрации и депутаты ребятам домов семейного типа. Да, сладкие подарки гостинцы – это важные элементы праздника, но лучшим новогодним подарком всегда будет родная семья, близкие люди и друзья. А еще ощущение внимания и заботы, понимание того, что если открыть сердце и впустить чудо, оно обязательно произойдет. Давайте.